И продолжая тему труда, сегодня отличившихся в профессии награждали на Театральной площади. Там прошел гарнизонный строевой смотр нарядов полиции. Ольга Величко побывала на торжественном событии. Задержать нетрезвого водителя для них несложно. На Театральной площади полицейские сделали это без особого труда, на глазах случайных прохожих и представителей власти. На главной площади города прошел гарнизонный строевой смотр нарядов полиции. За то, что хорошо исполняют свои обязанности, лучших полицейских накануне их профессионального праздника наградили ценными призами. Получили награду и непрофессиональные стражи правопорядка. Дарья Фофанова уже давно состоит в народной дружине. Когда в университете объявили набор желающих вступить в народный контроль, студентка третьего курса, будущий юрист, сразу согласилась. Сейчас по вечерам вместе с другими дружинниками Даша устраивает контрольные закупки в киосках и кафе. Так они находят места, где нелегально продают алкоголь. Мы своей помощью полиции народу показываем то, что полиция реально работает, она выполняет свои функции, так как сейчас в обществе есть некое недоверие к органам, и что люди многие считают, то, что они свою работу не выполняют или выполняют недобросовестно. Когда со своей задачей найти нарушителей успешно справляются дружинники, к работе приступают полицейские. Вместе закрыли уже несколько опасных точек в Кирове. Такое сотрудничество отметили главные лица области и города. Результат полного понимания между полицией, городской властью и неравнодушными горожанами. Сегодня здесь, на гарнизонном разводе, можно подвести некий итог нашей совместной работы. А результат таков. В городе стало спокойно, в городе можно отдыхать. И работать. Перед профессиональным праздником у сотрудников полиции будет еще много торжественных мероприятий, но это одно из самых важных. Лучшие из лучших смогли не только получить награды, но и показать, на что способны.